Назад, задний. Стоп, Коля, стоп. Стой, стоп. Устал? Устал ли? Передай тебе Катерину. Ну, тут просок был. Даже за ковром считается. Он на ковре начал. Мысли за ковер. Он бал. Стоечку, бал. Катерин, когда ты бросаешь через грудь, несколько вариантов. Первый, ты бросил, перешел на него и удержал. Второй, ты бросил и остался. Он приходит на тебя и держит. Значит, вывод. Бросил или на него, или бросил его и ушел. Когда не будешь получать. Попил водички, да? Мешок. Сейчас вода выйдет у тебя. Я немножко я попробую. Стоп, стоп, стоп. Вот я посмотрю сегодня, как ты борешься. Кто там ходит у меня? Ну так и заходи сюда. Скажи, здравствуйте, можно зайти? Было дело. Ну, Федь, было дело. Я слышу. Ну, ожидаться. Ну и через себя кустов. Так нельзя делать под зубом. Взял за шею кувырок и все. Я забыла, думаю. Да. А, грехнуть, да? Да, я думаю. Держи, мать. Садись, садись, садись. Макс, сколько можно держать? Все, вставай. Макс, он уходит. Нет, значит вставай. Чего бежать? Молодец! Андрюха вышел за ковер. Шида. Нет, шида не дается, это вы случайно вышли. Ну, кроме кофе. Опять? Коля, стоп. Опять? Опять он взял хороший захват. Значит, твоя задача уже придет сразу. То есть он в правую сторону. Он взял вот так вот. Кто тебя так возьмет? Что нужно дать? Уже вот так вот. Вот это. Держи, Макса.
Голову ему. Есть! Есть! Да, я держу. Она теперь пошли. Это на камере. Ну так ты скрыл. Вот, видишь, хорошо, молодец. Стоп.
Оля, он не ложится на шум. Он повернулся и удержать его. Да? Вот, держи вот так руку. Держи Макс вот так руку, он тебе ничего не сделал. Стоп, стоп, стоп! Меньше, поэтому вот так. Вот ты взял, вот. А он начинает сильно дергать, да? Чуть-чуть, значит, у тебя пальцы стоит. И что он сильно дергает? Дергает. Надо отпустить слово. А так получилось, смотри, что он делает. Он дергает. У тебя рука ушла, а он держит эту руку. Настя, уже не руку. Уже не руку. Ты другой слово. Еще раз. Смотри, ты выключил на него руку, он держит плей. Он дергает, дергает, дергает. Сорвал, сорвал захват. Все. Значит, что нужно эту руку освобождать? Раз. Просто еще два мира. Держать, Николай! Оля, держать его! Так, Каталин, стоп. Значит так, вам другое задание. Твоя задача. Ни разу не упасть. Я даю тебе. Он нападает, ты только защищаешь. Ты ничего не делаешь, хорошо? Только защищаешь. Отжим. Встань в центре, стой. Может, на уголочек встать, чтобы по кругу не ходить. Уголочек встань, выйдет его на каждого. Вот так, да. Ника, 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 Ника. Я на болевой смотрю. Вот умница, мать. Вот дам. Дан хитрый, молодец. У меня там базар. Бросок Макса, но ты его переиграл. Бросок мой. Нет, бросок Макса. Но ты давай здесь отодвинуться. Да, пальчиками в том в этом. Шире. Сладкий парень не может встать.
как его замучил, да. Красавец, да. Может, чтобы старайся на него не прыгать, потому что вес меньше. Вдруг ты испугался у тебя? Живой он? Да. А он сказал нет. Сказал да.
карате. Стали, заправились. Какого я еще не видел? Шендера. Телефон. Приемник. Я пошел в туалет. Эй, заправились. Заправились. Катерина, заправились. Назад, назад. Подравнялись. Стали, заправились. 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 Да, заправились. Все, разговоры закончил. Пошел в туалет. Приемник взял и телефон. Да. Шендри, вообще в приемник. Все он там. Вытирался еще. Вот бестолковый. Стоять не будет. Да, мальчик. Thank you.